Официально празднование начинается, когда мэр города съедает первый кусок рождественского пирога и провозглашает рынок открытым. Длина пирога в этом году больше 2 метра, точнее 2017 сантиметров. Впервые рождественский рынок в Дрездене, ну или, по крайней мере, первые упоминания о нем, появились в 1434 году, и с тех пор в город съезжается все больше посетителей. Сейчас это 1000 туристов со всей Германии. Кстати, все средства, вырученные за продажу традиционного саксонского штоллена, также по традиции отдают на благотворительность. Что нового на рождественском рынке в этом году, так это усиленные меры безопасности. На площади гораздо больше полиции, а также установлены дополнительные противоавтомобильные ограждения. Что, однако, совсем не влияет на настроение посетителей рождественского рынка. Нет, мне совсем не страшно. Мы не позволим этому страху как-то повлиять на нашу жизнь. Об этом даже не ведется разговоров. Есть ли здесь дополнительное ограждение или нет, мы все равно не позволим себе даже думать об изменении своего стиля жизни.